В ходе визита заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Дагестан Ибрагима Абакарова представители городской мэрии рассказали о проделанной работе на объектах, где реализуется программа формирования современной городской среды, и показали, на каком этапе находятся все мероприятия. С подрядной организацией сегодня проводим инспекцию завершающих объектов. Сегодня мы были в комплексе домов улица Грозинская. На этой территории, где общественная площадка «Фонтан». Но по оценке Министерства строительства, Хасаюрт находится в лидерах по реализации этой программы. Надеемся на то, что в течение этой недели, будущей недели завершат эти работы и принят эти объекты в эксплуатацию. По словам Ибрагима Абакарова, процесс реализации оценивается как удовлетворительный, и практически большинство объектов будут готовы к сдаче. Также подчеркнул, что Хасавюрт – это один из лидеров реализации данной программы в республике. В городе все это время велась активная работа с соблюдением абсолютно всех требуемых условий, и что не менее важно, с учетом пожеланий горожан. Город Хасавюрт одним из первых завершает программные мероприятия. В частности, вот мы находимся сейчас в сквере. Его состояние было, я здесь часто посещал, состояние было, конечно, его ужасное. Сейчас очень прекрасно все выглядит, все сделано, очень хорошо. Особое внимание было уделено первому общественному объекту – центральному фонтану по улице Татурбиева, который подвергался реконструкции в ходе реализации программы. Все проведенные работы велись с учетом предложений горожан и облагораживанием прилегающей территории. Напомним, что все объекты, где ведутся работы по благоустройству, должны быть завершены и сданы в эксплуатацию до конца текущего года. Бурлия Цамбиева, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».